Говорит, да давай валим, только выходим. Хуяк, Волжан в дребезье. Короче, понял, прошила насквозь и через Волгу ту стену побила, лять. Это через Волгу прошли осколки вот это. Вот эти доски вылетели, видишь, опять заколотили кое-как, рама. Вот это вылетело. Нифига себе. Это куда так пролетело? Это через Волгу прошло. Через Волгу? Да. Я его, прикинь, 2 дня увала потратил на то, что... А вон то, что с автобусом, тот, что ты снимал, целый стоял. А ну пойдем глянем. Пошли, а я тебе покажу, куда крышу, а ее уж на второй пост на туда закинула. Это что такое приземлилось? 120-ки, две. Одна вон она, а вторая четко в крышу. Одна вон яма. Ух, ни херась. И вот все, что с автобусом с нашим осталось. Глянь, стены посекло. Крышу всю проломило, да? Вот, глянь. Ну да, был же целый относительно. Сейчас покажу тебе. Опыт. Я, по-моему, отсюда должен уйти. А когда это было? Это, да вот неделю назад. Я тебе говорю, сейчас отца плотненько работает. 120-ки, зоночки. Вчера вообще 2 василька сразу работали. А вон крышу куда унесло, вон она, видишь, валяется на заборе. Немного оторвало, берите сюда. Вот как-то так, бля, хуяля, деревья, посмотри. Вот 120-ки к нам тут летали, как здрасте. 120-ки, 80-ки тут поливали, по толчку опять попали. Туда, вот тут верню разбили. Ты короче тут пиздец поливание. Это вот это, да, воронка была? Вот, да, пробита. Ну это одна упала, а вот а вторая прям в крышу влетела.